Али и Нино. Движущаяся скульптура любви Али и Нино была установлена в 2010 году. Авторы – Тамара Квиситадзе и Паата Санай. Фигуры медленно двигаются навстречу друг другу и сливаются в единое целое, не соприкасаясь. Высота конструкции, которая выполнена из стали, 8 метров. Композиция повествует о любви героев романа Саида Курбана, грузинской княжны Нино и азербайджанского аристократа Али. Our team will present your